Банде Гуру Пададхандам Бхакта Бинду Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанна Самаюктам Бинданам Манухар Ванча Калпатару Васчаке Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Наму Намаха Мукан Кароти Бача Ланг Пангун Ланг Хайтегирим Ядки Патамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавы Тулсиде Байпиявы Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Наруттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витаттихам Банутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпад Паллавана Хачандамани Чатая Биспуриджита Кимапигапавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарати Ками Кадакипам Каруш Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодато, Шанкиртанай капитаро камала йотакшо. Вишам бару дия бару жугадхарма пало банде ягат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пухарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджусва бадане Лакшмир ясья ча бхакшаси Ясья свиде самбихит Там Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Сансара синду уттаране хидаям джади сад
Sankirtanamritarase ramate manuschet Premaam budhau viharane jadichitta bhiti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sangsar sindhu uttarane hidayam jadisad Sankirtanamritarase ramate manushe Premaam budhau viharane jadichitta bhiti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Сасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто возвышенные души, те, кто следует Шри Чайтанья Махапрабху полностью, они иногда становятся целью нападок обычных людей. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что возвышенные преданные, которые пытаются следовать Шри Чайтанья Махапрабху полностью, они становятся иногда целью нападок обычных людей. Если вы идете на компромисс с майей, то никто не будет возмущаться. Вот если вы будете идти на компромисс с майей, никто не будет возмущаться, нападать на вас, будут думать, что вы хороший человек, в этом главная проблема. Но все же, по указанию Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, мы приняли решение в своей жизни следовать Шри Чайтанья Махапрабху полностью, либо умереть, если мы не можем следовать достойно. Мы не можем идти ни на какие компромиссы между этими, между этим, поскольку на пути Шудда Бхакти мы не можем идти ни на какой компромисс с Майей. Кришнадас Кавирадж Госвами прославляет тех преданных, те, кто подобные медовым пчелам, те, кто кружат вокруг лотосных стоп с сочетанием Махапрабху, которые подобные цветам лотоса, и вот такие преданные, подобные медовым пчелам, вьются вокруг и собирают мед. И вот мы хотим выразить почтение таким преданным, которые подобны медовым пчелам, которые всегда собирают нектар с лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Мы выражаем, мы хотим выразить бесчисленные поклоны лотосным стопам таких медовых пчел. Почему? Катанчит асрея джешан саа упи тандак тадганда бхаг бхавит. Катанчит. Катанчит. Это санскритское слово. Катанчит means somehow. Значит, так или иначе, somehow, anyway, любой ценой, if I can take shelter, если мы сможем принять прибежище у такого преданного, который подобен медовой пчеле, in that case, то в этом случае even a dog даже собака может обрести аромат лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Like и как в Бхагаватам говорится, Чатушвана, Сананда, Санат Кумар и прочие все не Чатушваны, они
дети Брахмы. Все они дети Брахмы, Чатушвана. И вот Чатушвана они совершали баджан, поклонялись пранаве, омити, экакшарам, безличному Брахме. Ом ити экакшарам брахма. Is Brahma mantra. И вот эта Брахма мантра, она не отлична от Брахмы. И вот они медитировали на эту пранаву Ом раньше. Акшаро джуша опи читта тону. After that, what happens? И после этого что случилось? Они слушали Харикатху от отца, они слушали Харикатху в разных местах, и потом они развили желание встретиться с Верховным Господом. И вот они... Когда они достигли ворот Вайкунтхи. И вот, когда они достигли ворот Вайкунтхи, то они постепенно захотели войти на эту Вайкунтху. И после этого нечто случилось, не хочу об этом говорить. И после этого Бхагаван, он хотел помочь им, хотя ситуация сама специально была создана Бхагаваном, но в ней Бхагаван потом пришел на помощь. And he can speak to Grihastha, some thief is coming, be careful. Follow. И вот иногда Господь иногда предупреждает преданных о чем-то. Это прихода Бхагавана. Бхагаван, он шутит иногда с нами. И вот, когда Бхагаван, он хочет решить эту ситуацию, которая создана. И поскольку эти Чатушваны, они хотели проклясть Джая-Виджая за то, что они не пускали их на Вайкунтху, и вот такая ситуация создалась. Бхагаван пришел, чтобы решить эту проблему. И после этого, когда Бхагаван явился, Чатушвана, они учуяли аромат туласи и чандана, которые были предложены лотосным стопам Бхагавана. И после этого они почувствовали какую-то реакцию внутри их сердца. Благодаря аромату туласи и чандана. Chitta tonum and they are feeling some reaction inside heart. И вот их сердце, оно сразу начало меняться. Варено, through, you know, nose, the smell going. This way, actually, finally they become И вот в итоге они стали преданными. Раньше они поклонялись безличному Брахману Омкаре. Но зачем я это все говорю? Поскольку Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит. Ну, вот такие слова. Даже собака, если она получит милость такого великого преданного,
вечно, я имею в виду вечного спутника. Гуранги Махапрабху, который подобен медовой пчеле, то такая собака, она также она учует аромат Туласи, который предложен Туласи Чандана, который предложен лотосным стопам Бхагавана, мы знаем из Сичитани Чайтамриты, что даже собака Шивананда Сена, она достигла духовного мира. Кто-то может сказать, что запрещено. Вайшнавы не должны собак заводить. Я могу ответить, много вопросов может возникнуть, я вынужден на них ответить. Собаки как бы не одобряются, кошки и прочие домашние животные. К ним прикасаться нельзя, если прикоснулись, нужно омовение принять. Если собака видит что-то, что вы собираетесь подносить Бхагавану, то тоже нельзя подносить, нужно заново готовить. Из-за своего вожделения они так тонко оскверняют. И вот вопрос возникает, если собаку запрещено заводить, то откуда она у Шивананда Сена? И вот суть в том, что те, кто чистые преданные, возвышенные преданные, их даршан настолько чист. Если они видят, смотрят на какую-то душу, они могут все понять, как мой Гуру Махарадж в Калне. А когда Гуру Махарадж был в Калне, на берегу Ганги, он там арендовал комнату какую-то. А потом ему подарили Анантубасудева Васудева, но суть, ну что я хочу сказать всем этим, его там собака была. Каждый день Гуру Махарадж принимал прасад, а то, что оставалось, собаке отдавал. Собака как бы там жила, где он комнату снимал. А Гуру Махарадж видел, что это не собака, а душа в форме собаки, какой-то вайшнав, который совершил ошибку в прошлой жизни и вынужден был родиться собакой. Однажды Гуру Махарадж пошел куда-то, подвернулся достаточно поздно и попросил одного преданного, что спросил, собаку накормили. И Шивананда Сен, он также не нарушал наставление шастр. Шивананда Сен, он точно понимал, что это душа, которая совершила какую-то ошибку, какое-то оскорбление, она родилась в форме собаки. И вот, чтобы помочь этой душе, взял собаку на парикраму, что собака совершала парикраму, получила даршан гуранги. Вайшнавы очень милостивы, они даже думают о благе обычных всяких привидений и прочих существ, как помочь им. Как. Но я удивляюсь, а сейчас общество не стремится ни к какому благу. Я с полной уверенностью могу заявить, что к вечному благу мало кто стремится, к подлинному благу, поэтому иногда, можно видеть, они как-то возмущаются, пытаются бороться с кем-то, кто пытается совершать баджан. То есть тут не в деньгах проблема, а проблема в чем-то ином. Хотят как-то напасть, отомстить за непонятно что. Те, кто совершает парикраму, те, кто искренне совершает и стремятся обрести вечное благо, таких мало. То есть некоторые люди под видом обретения вечного блага занимаются чем-то.
Я непонятно. И вот я вчера на хинди харикатхе говорил, что если моя жизнь не посвящена полностью Гуру Вайшнавам, то это какая-то драма, а не баджан. Поэтому можно посмотреть, что случается, если так нет такого полного посвящения. Вот вчера мне рассказали, что вот в одном известном матхе какого-то ачарью выбрали, но через месяц его уже выгнали. И нового выбрали. Я сказал, чтобы мне такое не говорили, это постоянно происходит. Что же делать? И таким образом, вайшнавы всегда думают о благе всех живых существ, неважно, в человеческой форме жизни они или в животной форме, собак, кошек, птиц и прочих. Обычные люди, мало кто стремится к подлинному благу. И вот собака Шивананда Сена, и вот все преданные, которые шли в сторону Нилачала, Пуршоттамдхамы, они обнаружили, что эта собака постоянно ходит за Шри Чайтанья Махапрабху. Потом она пропала. Он спрашивал, накормили ли собаку, куда она вообще пропала. И так и не нашли ее. А в итоге, когда они достигли Пуршоттамдхамы, да, мы встретились с Махапрабху, увидели эту собаку, что собака уже была в Пуре, сидела перед Шри Чайтанья Махапрабху, и Махапрабху давал ей этот кокос, не воду кокос, мякоть кокосовую. Потом эту собаку уже никто не видел. И вот после этого случая, как Махапрабху со своих рук накормил, угостил собаку кокосом, то собаку никто не видел. В Южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху обнял однажды пальмовое дерево. И оно, это дерево с Трета-Юги находилось там. Махапрабху, он обнял это пальмовое дерево, и все преданные смотрели. Это дерево пропало, он потом еще дерево обнял, оно тоже пропало. И так всем деревьев пропало, исчезло, точнее. И вот для чистых гуру вайшнава они настолько могущественны, могут даже освободить души с таких плачевных состояний, как, например, которые находятся в форме всяких привидений и прочих. Но обычные люди, мало кто стремится к подлинному благу, стремятся к деньгам, к положению в обществе, к славе, еще каким-то мелочным материальным вещам. И так или иначе, мало кто заинтересован в обретении подлинного блага, но гуру вайшнавы пытаются что-то делать, и вот Джагатананда Пандита, он прилагает лучшие усилия, он делает все, что возможно, хотя внешне можно заметить, что Джагатананда, он не проповедовал, никуда не ходил, не ездил. Но что такое проповедь? Что такое проповедь? Джагатананда Пандит, он полностью утвердился в Ачарване и Адарше Шри Чайтанья Махапрабху. Это есть подлинная проповедь Санатана Госвами. Он не ездил ни по каким Америкам и прочим местам, но он известен во всем мире. Итак, послание чистых вайшнавов, оно распространяется по всему миру, несмотря на усилия демонических людей, этому всячески воспрепятствовать. И вот Джагатананда Пандит, он лучший из проповедников
он один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, который получил его полную милость. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, Джагатананда купил Махапрабху с помощью своего бхакти. Махапрабху — это не какой-то товар, но он купил его с помощью своей преданности. И вот это, да, если у нас есть разум, мы поймем, насколько дорог Джагатананда Махапрабху, какую огромную любовь он имеет. И у нас тоже должна быть такая огромная любовь, которая может привлечь самого Бхагавана. И это процедура, которую показал нам Джагатананда Пандит. Джагатананда Пандит, он полностью утвердился в Ачарьи Адарши, Ачароне Шримана Махапрабху. И это не столь важно, ездит он куда-то проповедовать или нет. Чистый вайшнав может находиться в одном месте. Даже чистые вайшнавы могут находиться в каком-то уединенном месте. И вот такой вайшнав может сидеть, повторять харинам в одном уединенном месте, но его проповедь распространится по всему миру, как вам Шивадас Бхавати Махарадж или Гокишвадас Бхавати Махарадж, они никуда не ездили, но весь мир знает о них, чистые преданные, их ачар настолько могуществен. Он их идеальный характер, он сияет подобно Богу Солнцу и излучает Сиданту. Ачарана Сиданта — это в онтологическом смысле они не отличны друг от друга, поскольку Ачарана — это Сиданта в практическом виде. И вот с самого начала моей жизни я был очень заинтересован в том, чтобы изучить эту книгу, но удивляюсь, весь мир ее игнорирует. Хотят читать всякие такие большие книги о Рупанугабаджане и прочем, но как это можно читать, не обретя должного основания, должного фундамента? Гуру Махарадж говорил, долгое время мы беспокоились о каких-то сахаджиев, которые в других местах, но сейчас проблема гораздо хуже. Эти сахаджии появились в нашей сампрадае и портят всю ситуацию. И вот Гуру Махарадж говорил так. Нельзя сказать, что такие люди, они преданные Гауди Матха. И вот так или иначе я говорил о первом наставлении Джагатананды. Нам с вами всем, что мы должны прекратить критиковать кого-то. Но критикует ли Шрила Прабхупад кого-то? Нет. Шрила Прабхупад говорит, у чистых гуру вайшнавов нет времени на это. Если они пытаются помочь кому-то, показывая их недостатки, это их милость. У гуру вайшнавов нет зависти, нет такого чувства конкуренции с кем-то. Они своим примером показывают, что нужно делать и как исправить ту или иную ситуацию. Шрила Прабхупад говорит, я повторяю его слова на бенгале. И вот Шрила Прабхупад сказал, что те гуру вайшнавы, иногда чистые гуру вайшнавы вынуждены критиковать ситуацию, которая развилась, но нельзя сказать, что это критика. Гуру вайшнавы иногда
пока говорят об этой ситуации, чтобы дать пример и возможность исправиться другим людям или не попадать в такую ситуацию. И эта ситуация, Шрила Прабхупад говорит, чистые гуру вайшнавы иногда критикуют ситуацию, которая развилась, чтобы исправить ее или помочь обществу. Или чтобы помочь своим ученикам, которые следуют им. Как Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж предупреждал своих учеников, чтобы они не ходили в какие-то организации, которые занимаются непонятно чем. Он даже выкидывал книги, которые какие-то ачарьи писали без осознания. Они просто переписывали что-то без осознания и Шрила Пури Госвами. Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджа такое не нравилось. Но нельзя сказать, что это была критика. Он вынужден был сделать это, чтобы показать пример следующему поколению. Но если кто-то критикует, то он сам может попасть в проблемы. Обусловленные души не должны критиковать никого. Почему Шрила Прабхупад говорит? Пракрити относительно мистерии, это творение, я говорил много раз. Это природа Пракрити и Пуруша, Атма, все вместе, они творят весь этот мир, все функции этого творения происходят вместе. Если нельзя сказать, что вместе, если я скажу совместно, то можно понять, что Пракрити имеет какое-то сознание, что материя имеет какое-то сознание, но это не так, нельзя сказать, что вместе, но как-то совместно делают. Совместно в том, что Пракрити, то есть, если бы не было Пракрити, то откуда мы получили бы это тело? Это тело, оно благодаря природе создается, но оно одухотворяется, оживает, когда душа, духовная душа входит в это тело. Но Махапрабху говорит, что Пракрити — это материя, она такая... То есть она не живая, но поскольку душа входит в это, во все творение, то тогда оно оживает, а когда душа уходит, то опять становится мертвым. И таким образом мы видим, Шрила Прабхупад говорит, Пракрити и Атма, или дживатма в соответствии со, своими, со своей кармой, они попадают в этот материальный мир. И в соответствии со своей кармой получают какое-то материальное тело и страдают или наслаждаются от своей кармы, от плодов своей кармы. Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души не должны критиковать. The nature of other bonded soul, the character of other bonded soul, you have no right to criticize. То есть они не должны критиковать других обусловленных душ. Могут их как-то помочь. You can bring in focus, but you have no right to speak yourself. This way, Baba speaking. То есть они могут помочь им, приведя к каким-то преданным, чтобы они объяснили, показали им их положение, но самим критиковать
плохо, не рекомендуется, плохо. И вот поскольку если вы критикуете кого-то, вы вынуждены думать об этом человеке, об его характере. Если кто-то критикует кого-то, то его внимание, концентрация отвлекается на этот объект этого этой критики, а не Бхагавана. Или если кто-то хвалит кого-то за его сатвическую природу, то есть для обусловленных душ нехорошо как критиковать, так и восхвалять кого-то, поскольку в этот момент их внимание отвлекается от Бхагавана. Maybe his nature is very good, according to our own estimation. But he is also bonded. He is sattvic-gun, okay? Not tamagun, not tamagun, not rajagun. Иметь какую-то сатвическую природу, более хорошо уже не тамагун и не раджагун, а как-то гораздо лучше всего. Но все же это сатва гуна и сатвическая природа, они тоже материальны. Если мы будем думать, восхвалять какую-то обусловленную душу за ее хороший характер, то это тоже может стать причиной нашего падения, поскольку мы потеряем концентрацию на Кришне, отвлечемся от Верховного Господа в сторону каких-то людей, обладающих моральностью, честностью, какими-то другими сатвическими материальными качествами. Но мы не должны отвлекаться от нашей главной цели. И вот Джагатананда Пандит говорит, что мы не должны критиковать других. Я говорил уже об этом вчера. И вот Джагатананда Пандит, я сейчас пропущу некоторые моменты, поскольку времени мало. Вот, поскольку тему Джагатананда Пандити можно обсуждать целый год, хотя в форме такой небольшой книги, но тема, она очень обширна. И вот Джагатананда говорит о связи Дживы и Кришны. И вы слышали об этом. Я кратко расскажу, что Дживатма, она Чинмой. Чит, она имеет сознание, а Кришна подобен духовному солнцу. И вот эти души Дживы, они, по идее, должны служить Кришне, но не служат. Почему? Шрила Прабхупад приводит пример. Как есть сильный магнит и какой-то кусок железа есть. И можно иногда наблюдать, что магнит не притягивает железо. А почему? Кто-то может найти причину, и причина будет в том, что с магнитом все хорошо, но железо ржавое. Если оно покрыто ржавчиной, то в этом случае оно не притягивается магнитом. Особенно если большим слоем ржавчины покрыто, то совсем дела плохи. И вот эта ржавчина препятствует притяжению. И вот если такой толстый слой ржавчины, он препятствует притяжению.
И также Джагатананда Пандита говорит такие же вещи, я кратко об этом расскажу, что если есть у нас склонность к наслаждению в нашем сердце, она подобна ржавчине, это станет причиной нашего падения в майю. Из этой склонности к наслаждению, наше влечение к Кришне, это ржавчина в форме склонности к наслаждению, она будет препятствовать влечению к Кришне. И как такая ситуация развивается, как привидение, когда входит в тело какого-то человека, человек становится бесноватый и теряет свое сознание и ведет себя подобно такому бесноватым становится. Никотосто мая таре жапта я дхоре. Писачи пайле жота матичанно хай, мая баддо жиберай сей бабуте. И когда дживатма попадает под влияние майя, dirty character, like one man already overpowered, like one man already overpowered by a ghost. Ghost going to overpower you. И вот он ведет себя как какой-то бесноватый. You're like ghost, you're dream. This way. И таким образом. This way. Обусловленная душа, она совершает большую ошибку. Она скитается по всем этим 14 мирам. И Бхагаван, он не бросает нас в майю, мы сами туда попадаем. В Гите Бхагаван говорит. И вот Бхагаван в Гите говорит, Бхагаван не заинтересован в каких-то греховных действиях или благочестивых, это наше дело. Кто-то совершает благоприятные благочестивые действия, обретает сукрити, какой-то заслуги, если кто-то совершает грехи, то, соответственно, в будущем будет наказан за свои греховные действия. И вот такие люди, их знание, оно часто покрыто майей, и поэтому И таки поэтому из-за своих действий люди иногда скитаются по этим 14 мирам, рождаются в различных формах жизни из-за своих плодов кармы. И что же делать? Иногда становятся демонами, иногда полубогами. Это зависит от них. Наш Наротам Такур. Он говорит. Он предупреждает нас. И что же? И вот Наротам Такур говорит. Don't think, don't speak about any pious activity. Why? Мы не должны говорить. It is more dangerous. Why? Because if I do pious activities, then I can go to up. То есть мы не должны мечтать набрать благочестие, чтобы достичь райских планет и наслаждаться там. Поскольку когда наши сукрити закончатся, то мы вынуждены будем опуститься на предыдущий уровень. В Гите говорится, и вот эти райские планеты, подобные каким-то гостиницам,
Пока у вас есть деньги, вы там живете, а как деньги кончатся, то вас выгонят. И поэтому мы не должны рисковать и пытаться достичь райских планет. Это более опасно, поскольку мы можем привыкнуть к райским наслаждениям, и потом, когда вынуждены будем родиться опять на Земле, то будем страдать от недостатка этих райских наслаждений. А если в ад попадем, то еще хуже. Чтобы было столько наслаждения, то одни страдания. Какие-то люди очень привязаны к каким-то удобствам. И вот, ну, я, Махарадж говорит про себя, что не привязан ни к каким материальным удобствам, поскольку эти удобства не могут принести неудобства. Я был во Вриндаване, жил во Вриндаване. И таким образом, и Джагатананда говорит о соответствии с... Ну, что в соответствии с кармой, эти люди позже живые существа, они скитаются по различным планетным системам, рождаются в разных телах. И вот есть такая шлока, что такая душа скитается по множеству рождений. И в процессе своих скитаний по 14 мирам, и вот если такая душа в процессе своих скитаний по всем 14 мирам встретит чистого саду, то начнется эволюция в ее сердце. Начнется какая-то духовная жизнь, какое-то духовное развитие. Иногда можно, достаточно часто можно наблюдать, что люди, которые занимаются так называемой проповедью, не говорят никакой сиддханты, а просто рассказывают какие-то истории. Поскольку если не буду говорить сиддханты, то кто-то может обидеться. И поэтому они избегают говорить правду. This is a situation. You have imminent danger in your life. Yes. Very shortly you are going to die. И вот, и когда мы встречаемся с саду, саду могут сказать, что мы, у нас есть неизбежная опасность, наша жизнь, она не вечная, мы вскоре умрем. И что же делать тогда? Кто защитит нас в момент смерти? My children cannot can? Like the elephant, you know? Gajendra? Как этим... Gajendra going to wait. Gajendra going to wait and rely on children, on wife, all everybody going to pull. Gajendra, come out of water, they fail you. Because the crocodile catch the leg. Как Gajendra, он оказался в сложной ситуации. After that everybody fail you, когда крокодил на него напал, он звал родственников, жен, детей, всех, кого знал, чтобы его пытались спасти, но все это было бесполезно, и тогда он принял прибежище у Бхагавана, начал звать Бхагавана, и Бхагаван спас его. И вот по милости Гуру Вайшнава вы можете развить ваше сознание и обнаружить, в каком положении вы находитесь. Потом можно будет попытаться двигаться дальше.
Но вначале всего нужно обнаружить, определить свое положение, где мы находимся, и потом уже с этого места двигаться дальше, уже решить, что делать, идти направо или налево, или вперед, или назад. Это уже потом, но вначале нужно обнаружить свое положение, где мы находимся, каков наш статус. Весь мир может пытаться вас как-то опустить вниз. И вот под именем просада, каких-то удобств и прочего, пытаются вас как-то... занять, то, что наблюдаю, меня, например, многие хотят занять в служении себе. То есть, такое, можно часто наблюдать, какие-то люди пытаются занять других в служении себе. Но это нехорошо, мы не можем наслаждаться Гуру Махараджами, занимать его в служении себе. Наоборот, мы должны служить ему. Иногда можно видеть, какие-то люди, прикрываясь именем великих вайшнавов, выставляют себя за их последователей. И таким образом, очень недовольны, когда не получается кого-то занять в их служении самим себе. Может, они могут кого-то дурачить, но меня нет. По милости Шрилы Прабхупады, я вижу все. И таким образом, смотрите, в итоге, когда они встретились, и вот когда такие обусловленные души, благодаря своей великой удаче, встретятся с чистыми гуру-вайшнавами, определяют свое положение, свое состояние, и тогда оттуда уже могут сделать какие-то шаги в сторону духовного развития, в сторону самосознания, когда они осознают, что они не тело, а вечная духовная душа, то тогда примут какие-то шаги в сторону вечности. Майя никогда не может быть побеждена. Майя — это Майя Бхагавана. И в Гите Бхагаван говорит: «Мама Майя Дуратвая». Победить Майю очень сложно. Даже Брама и Шанкара не могут победить Майю. Что говорите нас с вами? Даже Брама и Шанкара, они не могут победить Майю. Что говорить о таких малых созданиях, как мы? Бхагаван говорит, что победить Майю практически невозможно. И те, кто предались моим лотосным стопам через чистый гуру вайшнава, если мы не принимаем прибежище у гуру вайшнава, то наше самопредание не может быть совершенным. А совершенным оно может быть, если мы предаемся через гуру и вайшнава. И вот без милости Саду и Гуру у нас нет никакой альтернативы. И тогда Майя, и тогда по милости чистых преданных Майя отступит, и мы сможем продвигаться дальше, поскольку по милости Гуру Вайшнава сейчас обрели читбол, духовную силу. Джагадананда. То, что он написал, можно обсуждать годами. Это очень сокровенные вещи. Я удивляюсь. Гуру Махарадж
написал введение к этой книге. Итак, он написал, что эта книга Джагатанандана очень важна. Если вы будете читать ее и поймете, то никто не сможет запретить вам совершать баджан. Мой Гуру Махарадж и Мадхава Госвами Махарадж не обсуждали эту книгу. Джагатананда пандит, он... Он дает нам такую сокровенную сиддханту. А в чем она заключается? То есть единственная потребность в нашей жизни — это обрести саду-сангу. И вместе с этой саду-сангой нужно совершать харинам-санкиртан. Других потребностей нет в нашей жизни. Это единственная наша потребность, единственная нужда, единственная молитва Бхагавану, чтобы обрести саду-сангу, благое общение, и в этой саду-санге слушать харикатху, совершать харикиртан. Это единственная наша молитва, наша просьба в адрес лотосных стоп Бхагавана, чтобы пересечь этот материальный океан. Других методов нет. Это лучший и простейший путь. Чтобы обрести, победить этот материальный мир, это единственный путь. И вот Джагатананда говорит Джагатананда просит нас оставить все и принять прибежище у Гауранги. И вот Джагатананда далее говорит, что он хочет принять прибежище у лотосных стоп Гауранги, и он предупреждает нас, почему мы не прогрессируем, не совершаем ощутимого прогресса на пути баджана. My room and clog the room, but I can say you are doing asasanga mentally. То есть люди могут заявлять, что они не совершают асасанги, сидят закрытые в комнате, но это внешне может выглядеть, что они сидят в закрытой комнате, но внутри они могут совершать асасангу, и не так просто ее избежать. И поэтому Ананда говорит, что, находясь в дурном общении, в асатсанге невозможно повторить чистое имя Кришны. Можно повторить только слоги святого имени. Но само святое имя, оно не явится. Может быть, похоже на имя Кришны, но не является им это слово. Может быть, Кришна, но Кришна связи никакой не иметь. Но чистые преданные, когда повторяют имя Кришны, то Кришна является в этом звуке, поскольку Кришна, он в Кали-югу является в форме звука. В Кали-югу можно найти такое, что Кришна, он является в форме звука. И Джагатананда пандит, он предупреждает нас, что мы не можем совершать харинам, будучи под влиянием асатсанги. Это невозможно. Что же делать? Джагатананда very precise, very clear.
Джагатананда говорит, что но все же люди иногда могут повторять намапрадху или намабхас, повторяя имена Кришны. И о намапрадхах я могу как-нибудь потом рассказать. Сейчас кратко скажу о намабхасе. Намабхас и намапрадха. Что такое намапрадха? Это значит, даже после обретения самбандхагьяны, вы не используете это. Это оскорбительно. Хотя если нет самбандхагьяны случайно, то есть если у вас не развилась самбандхагьяна, ее тоже надо развить. Но если просто кто-то повторяет харинам без цели повторять харинам, просто из-за глупости может повторить Харе Кришна или другие имена Господа, не оскорбления не совершают, поскольку поскольку ничего не знают о Кришне. Иногда получается намабхас таким образом. Махапрабху спросил у Харидаса, эти мусульмане, как они могут обрести благо. Харидас такого говорит: о Прабху, не беспокойся, они харинам не повторяют, но постоянно харам, харам говорят. И это харам. Они не знают, что харам. Они имеют в виду что-то одно, но так или иначе имя рамы в этих слогах получается, и какое-то благо они обретут. А эти деревья и прочие растения, что с ними? И Харидас такого отвечал: о Махапрабху, когда вы повторяете харинам Махамантру, то звук распространяется вокруг, и эти деревья и прочие растения не слышат. Сейчас, благодаря интернету и прочей связи, звук распространяется по всему миру. Но Харидас Такур говорит, что вот благодаря вашему громкому воспеванию святых имен, все, кто слышит, все растения, деревья и прочие, они тоже обретают благо. Махапрабху специально спрашивал Харидаса о таких простых вопросах. И вот как в случае с Аджамилой. Аджамил совершил грехи. Джагай Мадха и прочие, они совершали грехи. Но эти все последствия этих грехов могут быть устранены, просто повторив намабхас, подобие святого имени. Оно настолько могущественно, что сожжет все наши грехи. И в Шримад-Бхагаватам говорится, in Bhagavad Gita Apuran, 6th canto, Ajamil Bhagavatam говорится, there it is written. Ajamil actually, что Аджамил, он называл своего сына Нараян. He's not going to mean Narayan. Он не имел в виду Нараяна. He's going to call son. Он звал своего сына Нараян, имел в виду сына. There is some commentary of Vishwanatha, someday I can discuss. Anyway. Но это был намабхас, и после этого объяснение
И комментарии Вишвана Чакравати Шридас Госвами Пада, каково все это. И вот таким образом все спутники Нараяны явились, чтобы защитить его. И таким образом Намабхас не развил самбандха гьяна, если кто-то повторяет именно Кришна, то это Намабхас. А если мы развили самбандха гьяна, получили дикшу, но все же мы совершаем оскорбление, произнося святые имена Намабхарату, кто-то повторяет харинам, чтобы достичь каких-то материальных благ. Это оскорбительно в адрес святого имени, это зовется Намабхарадхой. Джагатананда Пандит говорит, иногда мы можем повторять Намабхас, но большинство времени такие люди повторяют Намабхарадху. Это все препятствия на пути нашего Харинамбаджана. Джагатананда Пандит дает наставление, если мы заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджан и Кришнабаджан, вначале всего мы должны принять решение избегать асатсанги. Мукти, освобождение или бхукти, склонность к наслаждению или сиддхи, стремление обрести совершенство. Это все препятствия на нашем пути. Мы не должны стремиться к ним. Памятование — это бхакти. Если мы будем помнить о Гуру Вайшнавах, это очень благоприятно. Я слышал от Гурудева около 23 лет назад. То, что я слышал, я помню, я никогда не записывал. Я помню это сердцем. Однажды записал, как Гуру Махарадж Харинам повторяет, потом это копировали, распространили среди преданных. И очень полезно слушать, как чистые гуру вайшнавы воспевают святые имена. И вот Джагатананда Пандит дал такое наставление. Если вы заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджан, воспевать Кришна нам, вы должны совершать сатсангу. Под именем сатсанги, если вы стремитесь к асатсанге, вы не можете обвинять меня. Я тут при чем? Мы должны отказаться от всяких мукти, бхукти и прочих материальных целей. И должны избегать 10 видов оскорблений святых имен. Я в дальнейшем расскажу о них. И вот эти 10 оскорблений, они мешают нам произносить чистое святое имя. Джагатананда Пандит, он описал это. So you see, if you know Bengali, na, if you know Bengali, you can dance. You need to write Balam Sambhu. A Jagadananda writing in small book. И вот то, что другие описывают в многотомных книгах, то это Джагатананда суть всего смог уместить в такой маленькой книге. Если объяснять каждый параграф, то это долгое время займет. Настолько прекрасно все, это все кратко и понятно. Харишамманди Бустино, Мумукшови Паритяго, Байрагьям Фальгу Мучате. Tomorrow I can discuss. One day at a time, so much discuss. I like to discuss, but what to do? Анашактасва висаяна ятхарху мупуйоньята, Кришна самманди юктам,
Vairagya Muchyate. Yukta Vairagya and Falgu Vairagya. Tomorrow I can discuss. Есть Юкта Вайраги, Фалгу Вайраги, то есть такое гармоничное отречение и ложное отречение. И завтра вот заключительный день Харикатхи, потом перерыв будет. То, что приходит к нам, мы должны принимать это без привязанности. Должны что-то делать для защиты, поддержания нашего тела. Мы должны принимать просад, не привязываясь к нему. I know name of so many Maharaj. They used to mix all prasada. Paramanna, this, that, khichiri, all. Maharaj, you are going to mix? Mixing is good. Anyway, going inside, how we can get separated? No need of getting separated, mix. That taking. Because they respect prasadam. Not khichiri, not paramanna, not sweet broth. They mix all, everything. Spinach, mixing. Very nice. Shevak Maharaj, I give you so many nice prasad. Иногда можно наблюдать, что некоторые преданные они мешают весь просад в кучу, сладкое, соленое, кислое, в одну тарелку все перемешивают и едят таким образом. Maharaj, you don't tell me, I forget to apply, you know, give salt to this sabji, but I am not taking any sabji. Вот однажды этот севак Бхактивиданта Вамана Махараджа забыл посолить, и потом, когда Вамана Махарадж поел и пошел спать, то севак, когда принял остатки его пищи, он потом на следующий день сказал, что как вы это ели, вообще не солено. А Вамана Махараджа ответил, что я ем просад, если предложено Кришне, то я не возмущаюсь, что там что-то не хватает или чего-то слишком много. И вот без привязанности, не привязываясь к чему-либо, мы должны совершать свой баджан, принимать прасад. То есть все мы можем носить какую-то красивую одежду, но не должны привязываться к ней. У нас главное, что мы не должны быть привязанности ни к чему, кроме Кришны. И должны воспринимать все как милость, как просад Кришны. И таким образом мы должны избегать 10 видов оскорбления святого имени. Не должно быть привязанности и склонности к наслаждениям в нашем сердце. Привязанность или... То есть мы не должны быть слишком привязаны к отречению или к наслаждениям. Должна быть гармония. Санкитам парихасам стобам хеланамевава байкунтанама гуханам асеш ага харанам виду. I am joking with you. Hare Krishna! Still can get. Кто-то подшучивает над нами, говоря Харе Кришна, все же такие люди тоже могут обрести благо. Харинам он очень могуществен. Главное, мы должны воспевать его без оскорблений. So Jagadananda is going to advise all
negative thing. Jagadananda giving advice, Jagadananda Pandit. И вот Джагадананда Пандит, он дает нам совет, все негативные вещи, негативные ситуации. All negative situation, all negative things. You should try to avoid. Мы должны избегать всего этого. All negative things we are told by. Jagadananda speaking. И вот Джагадананда говорит, все благоприятное мы должны принимать, все, что благоприятно для Кришна Баджана, то, что неблагоприятно, мы должны отвергать. Шрила Бхактивинода такого пишет в киртанах. Очень просто и понятно. Вот Бхактина Куламата Раджа Свикал. Бхакти анукул матто каджару сикар, бхакти патикул, you don't know. Every day you will have to sing this kirtan. Каждый день мы должны петь эти киртаны, Шрила Бхактивинода Такура. All negative things you will have to discard. Мы должны принимать благоприятное для баджана и отвергать неблагоприятное. Yogic effort or gyan effort, gyan, Brahma speaking. Гене прияса мудапаша наманти ева живанти санмукаритам бхавадия бартам станесситаситигатам танубан мановир же прясо ажитопи житопи осистой стрилокьям. Гене прияса мудапаша наманти ева живанти санмукаритам бхавадия бартам станесситаситигатам танубан танубан мановир. Je prayer, you are, I know, Bhagavan, you are ajit, ajit, but you, мы знаем, ajit, что Бхагаван аджит, тот, кто не может быть побежден, но он может быть побежден преданностью, любовью своих преданных. Хотя его имя аджит, но все же люди, но все же благодаря преданности, благодаря премии любви можно покорить Бхагавана. Махапрабху asking salary from Bhagavan. Give me prema, here's my salary. No money. Make me your servant, I can serve you. Премдхан бина, I have bank deposit, but it is not property. Property is prema, Махапрабху speaking. Премдхан бина вертхо, useless my life, премдхан, without the property, премдхана. Дас кури, make me servant, дас кури, дехо море, бетон, salary, премдхана. So all different kind of futile efforts like Gyan Yog, Dhyan Yog, Rajguha Yog, Karma Yog, all you should do. And your detachment, attachment is not so important factor. Your detachment is not so big factor. You can, how you can relate your detachment or attachment is not a big, not big factor, big issue. Big issue is there, how you can relate you, how you can relate you and your belongings with Krishna Bhajan. That technique. Наша задача в том, не то чтобы отречься от всего, а как, чтобы все занять, все, что у нас есть в Кришна Баджане, это главное. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он может занять все. Все в Кришна Баджане, даже какие-то судебные тяжбы. Все это занимает Кришна Баджане. Для него это возможно, возможно ли для нас? If anything, dirty thing going on at present, nobody can speak. They know we have dirty inside our heart. Nobody. If somebody is going to kill you, na, nobody can come. No mort can come. Oh, let us close the door, we say, we are big sadhu. Nobody can protect. Nobody can come. They can give support. We are beggar, we are in backside, you go ahead, fight. Mahaprabhu speaking, hey, Jagadananda speaking, monkey vairagya you should discard.
Джагатананда говорит, что мы должны... Должны избегать обезьяньего отречения, как обезьяны, можно посмотреть, внешне не очень отречены, ни одежды не носят, живут под деревьями, и такие вроде как отреченные выглядят с первого взгляда. Пытаются постоянно что-то украсть, если проходите мимо с какими-то фруктами или сладостями, то обезьяны нападут на вас и ограбят. И вот такое обезьянье отречение ни к чему не приводит. К хорошему смысле. Однажды Рагунатх плакал, Махапрабху, он сказал ему, чтобы тот не спешил, не беспокоился, что придет время, и ты сможешь уйти из дома, не нужно проявлять какую-то чрезмерную привязанность или чрезмерное отречение, иди, живи дома, и постепенно. Следуй гармоничной вайраги, югта вайраги, и постепенно все, что нужно, оно придет. Вот он отправил его назад домой, посоветовал следовать гармоничной вайраги, и вскоре все, что нужно, оно произойдет. I can explain tomorrow all in details. И вот завтра я могу объяснить все о сути учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Сегодня, думаю, времени у меня уже мало. Шаопи тот гандабаг бхавет, панчакалпатарвасе кипасанду бхавачо, патитанан павана бхавишна бхионе.